Всем привет! А у меня пришла очередь новой переделки. В общем, я как-то вышла из дому в каких-то бусах и поняла, мне не хватает синих бус. Ну и в общем-то есть у меня вот такие синие бусы, которые я покупала и вам показывала. Я покупала их у нас на барахолке. Это пластик, но пластик такой внушительный, тяжеленький. Ну, в общем-то, до них дошла очередь. Буду переделывать эти бусы. Здесь они с желтой фурнитурой. Но я, скорее всего, буду делать с белой фурнитурой под золото, под серебро. Потому что фурнитуры под серебро у меня много, а фурнитуры под золото у меня мало. Поэтому будем исходить из того, что есть. В общем, вот к этим бусам я подобрала следующие материалы. Вот эти бусины, я вам показывала их в распаковках. Вот, дальше есть у меня еще вот такой набор. Здесь идут вот такие серьги. Ой, это одна серьга сломалась. А вторая серьга еще целая. Жалко, что эти серьги нельзя никуда приспособить. То есть бусины с них не снимаются. То есть они там намертво. А здесь вот отломалось колечко, которое держит эту сережку на шленде. Ну, в общем, вот такие серьги. Жалко, их нельзя разобрать. Но можно разобрать вот это. Вот это чудо разбираемое. Вот. Здесь у нас вот так. И вот таких три бусины их тоже можно будет снять. И приспособить для своих каких-то нужд. Вот. Так, есть такая красота. Ну, вот эти вот всякие разные бусины маленькие я поотбирала здесь. Они могут понадобиться для того, чтобы вставить вовнутрь шарников. Ну, вот колечки двух типов. Замочек я еще не подобрала, посмотрю, какой будет. Это тоже бусины, так сказать, вспомогательные бусины. Вот, колечки, шарники, это мы видели. Вот этот белый, вернее прозрачный бисер, который я очень люблю, он всегда очень помогает. Он просто вот такие прозрачные крупные бусины. Так, это у нас шарники. Те шарники, которые я думала использовать. Вот эту цепочку думала использовать. Вот она такая красивая. Если мне не хватит, у меня есть еще такой браслет. Я могу использовать. Это нет. Ну и вот такие шармики у меня есть блестящие. Они белые. Здесь не Аврора Бореалис, они просто белые. Так, вот такая красота. Вот. И есть еще. У меня вот такие маленькие бусинки Аврора Бореалис белого цвета. Они не прозрачные, они белые. И они 2 миллиметра. Вот. Я их могу тоже использовать как проставочные бусины. Вот. Вот такие вот у меня материалы. А что у меня получится, я вам, конечно же, покажу. Всем привет! Это снова я. Ну и как водится, мои новые бусы. В общем-то, долго у меня лежали эти синие бусы, которые я купила на рынке, они такие были большие. У меня не было материалов, которыми бы я могла их дополнить. Ну и вот, когда я наконец-то дождалась некоторых материалов и некоторых вещей, которые мне были нужны, я наконец-то созрела на переделку. Ну и вот, собственно говоря, результаты моей переделки. Из этих больших бус у меня получилось два комплекта. Но я вам их покажу, конечно, в двух разных видео, потому что они и похожи, они и разные, у них разное название. И все-таки каждое украшение заслуживает своего внимания, поэтому я не хочу все это, так сказать, смазывать, а хочу уделить внимание каждому. В общем, начнем с этих бус. Вот у меня в руках вот такие бусы, покажу вам. Их вам вот так, и потом расскажу подробнее. Значит, вот эти бусы я назвала звездная или южная, не знаю, еще посмотрю, как будет называться, ночь. В общем, либо звездная, либо южная ночь, посмотрим. Я использовала здесь бусины из этих синих акриловых бус. Кстати, бусы просто потрясающие, они... Ну вот, если бы на них еще были какие-нибудь разводы, я бы подумала, что лазурит. Во-первых, они холодные.
Но это не стекло, это все-таки акрил какой-то или пластик, не знаю. Во-вторых, они такие, знаете, увесистые, тяжелые, то есть классные. Во-вторых, на них здесь нигде нет абсолютно никаких вот этих вот соединений от двух полушарий. Бывают вот видны такие штуковины на бусах, я это страшно не люблю. В общем-то, собралась и делать бусы. Разложила я бусины, а бусины здесь были нескольких размеров. И я поняла, что самые большие бусины мне сюда не подойдут. В общем, я складывала их и так, и сяк. Ну и, в общем, сложились они у меня вот в такую ниточку бус. То есть, я использовала по две бусины каждого диаметра. Здесь вот две бусины больших, потом вот по две бусины поменьше, потом две бусины еще поменьше и вот совсем маленькие. В качестве проставочных бусин я использовала бусины, которые сняла с украшений, которые я покупала на Алиэкспрессе. Я думала, они не будут сниматься, я думала, они там намертво приварены, приклеены. Но, как оказалось, все очень легко разбирается, вплоть до того, что я даже разобрала вот эти серьги, которые были сломаны. Ну, о серьгах потом. В общем, хотелось мне добавить какого-то блеску, поэтому здесь довольно много фурнитуры, потому что они темные сами по себе, эти бусины. Ну, такой темный, такой королевский, темно-королевский цвет, темно-синий королевский. Вот, поэтому я здесь уже как бы не ограничивалась в фурнитуре и добавляла ее без всякого зазрения совести. В общем, что я использовала? Использовала я вот такие маленькие проставочные бусинки. Это был браслетик, который под Тиффани. Кстати, хотела вам добавить фотографию натурального браслета Тиффани. Он такой же. Вот. Ну, как-то забыла уже в видео его добавить. Ну, ладно. В принципе, не проблема найти в интернете, посмотреть. Вот такие большие бусины. Это тоже я снимала с каких-то бус с Алиэкспресс, которые у нас, ну, типа реплика от Тиффани. Вот такие бусины покрупнее. Ну, вот здесь опять повторяются маленькие, средние величины. Значит, вот эти бусины, они с довольно большим отверстием. Я поэтому проставляла здесь шапочки. Шапочки здесь везде одинаковые, на всех бусинах абсолютно, независимо от размера. Но все вот такие бусины проставочные, я их наряжала в шапочки. Потом я вспомнила, что у меня есть вот такой комплект, который я покупала когда-то на Алиэкспресс. Слушайте, я не знаю, как за нами следит Google, но я когда открыла Алиэкспресс, мне выпал вот этот комплект. Вот, вот эти серьги, да, и вот этот вот кулончик в виде капельки. То есть мне этот комплект выпал. И стоит он сейчас больше 5 евро. Я была в шоке. Я его покупала за еврик с чем-то. То есть он вообще какой-то... Ну, в общем, неважно. Подорожало все просто до умопомрачения. Да. Здесь вот эти... Это было два разных браслета. На одном были побольше вот эти шарники. А на втором шарнике были поменьше. Вот видно, да? Разные размеры. Но их было по два. Мне это было на руку, и я, конечно же, поставила вот к этому бейлику, к этому красивому кулону, который здесь, кстати, смотрится хорошо, добавила вот эти шарники. Так как отверстия здесь большие, я их прикрыла бусинами. Там внутри стоит, для того, чтобы отцентровать саму бусину с большим отверстием, в нее нужно вставить что-нибудь поменьше. Там стоит что-то внутри, я уже даже не помню что. Открыть, посмотреть я не могу, потому что все намертво закрыто. Намертво. Вот. Я поставила здесь бусины средней величины, а здесь я прикрыла более маленькими бусинками, потому что здесь отверстия, соответственно, меньше. Вот. И получились у меня вот такие бусы. Бусы средней длины, они не длинные, не короткие. Я поставила здесь вот такой замочек-лебедь. Ну, или крюк, или лебедь. Ну, в общем-то, мне показалось, он сюда подойдет. Закрыла кримпы, я даже не закрывала. Ну, я не закрывала, потому что у меня закончились закрывные бусины серебряного цвета. Но, в принципе, я даже сама сейчас засомневалась, закрывала я или нет, этого абсолютно не видно. Вот такая у меня получилась ночь. То ли звездная, то ли южная. Об этом узнаете в названии. Не помню, как я их назвала. В общем, вот такие бусы. Ну и естественно, к этому комплекту у меня родились серьги. Это вот были серьги. Вот эти серьги были в комплекте с этим бейликом. Ну, почему я все время хочу назвать его бейликом?
были в комплекте вот с этим кулончиком. Но они просто были, вот, сережка цеплялась к швенде. Но я на этом не остановилась, я специально покупала для этого украшения маленькие синенькие бусинки, стеклянные. И я эти бусинки просто вот поставила на них совершенно крошечные, малюкусенькие шапочки, потому что здесь все-таки видно было белесость после окраса, поэтому я прикрыла этими крошечными шапочками. И вниз подвесила саму вот эту сережку, которая была здесь. Вот такие получились у меня серьги. Но меня очень сильно беспокоили серьги, которые были с бусинами. Я с них бусины сняла, они были сломаны. Ну, в общем-то, я не знала. Мне очень хотелось их использовать. Ну, в общем, я их и использовала. В общем, что я сделала? Я отрезала от какого-то украшения. Вот, какое-то украшение я разбирала, на нем были бусины. А вот это же с Алиэкспресс, типа копию Тиффани. Вот я отрезала самый кончик, оно прекрасно режется ножницами. Вот самый кончик той длины, которая мне нужна была. Надела на него бусину и закрепила вот здесь укрывной бусинкой. Поэтому бусинка держится. Два кончика я оставила нетронутыми. А вот с этой части, это были такие сережки с такой как спиралькой. Вот с этой части я не могла снять бусину, то есть она никак не снимается. Поэтому я решила отрезать от сломанной сережки вот эту часть металлическую и просто загнула на ней вот такую петелечку. Ну и вот получились у меня вот такие интересные серьги. Все это надела на колечко, которое неразъемное, и уже колечко подсоединила к швенде. В общем, получились у меня вот такие серьги. Серьги мне, кстати, очень нравятся. Они мне нравятся не только своим внешним видом, но еще и тем, что я все-таки вышла из положения и, в общем-то, использовала те части от тех украшений, которые я разбирала, которые, по сути дела, должны были полететь в мусорное ведро. Вот. А я их использовала в украшениях. У меня получились довольно-таки интересные такие серьги, которых действительно вторых таких в принципе нет. В принципе, как бы, если захочешь, можешь повторить украшения, похожим сделать. Но такие серьги повторить не удастся никому. Вот так. Вот такой здесь у меня получился эксклюзив. Да, я забыла сказать, как я повесила вот сюда вот этот кулон. Проще простого. Он был уже с бейликом. Я под него подставила две маленькие бусинки, и он держится железно. Как говорила когда-то Эллочка Людоедка. В общем, просто железно. Он никуда не сдвигается, никуда ничего с ним не происходит. Вот. Получились у меня вот такие бусы. Ну все. В общем-то, больше мне о них рассказать вам нечего. Примерочку я вам покажу. Надеюсь, вам понравились мои изыски. Ну все, всем желаю всего самого-самого наилучшего и всем пока-пока-пока-пока-пока.